Власти столицы показали проект фондохранилища для музеев в Тинао. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Сейчас расскажу подробности. В Тинао построят фондохранилище для 4 российских и 23 московских музеев по конкурсному проекту молодого российского бюро IQ, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Участок под строительство находится в поселении Сосинское. Его площадь около 5 гектаров. Комплекс будет состоять из 5 зданий. 4 будет отведено для фондов федеральных музеев, 1 для столичных. Здания будут построены в едином архитектурном стиле на общем круглом стилобате. Внутри основания будут размещены зоны хранения экспонатов, культурно-досуговый центр, административные и технические помещения, торговые галереи и экспозиционные залы. В отделке используют фибробетонные панели, плиты из травертина, мрамора и керамогранита, кирпичи с декоративной кладкой, перфорированные металлические пластины, ленточное остекление. Общественное пространство с игровыми площадками, небольшой сценой, лавочками и арт-объектами можно будет использовать круглосуточно. Также будут созданы парковки и отдельные подъездные пути для бытовых нужд. Строительство планируется начать в 2020 году. На этом у меня все. Еще больше новостей столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!